августа 2013-го появился мессенджер Telegram. За эти годы он успел стать популярным в России и других странах. Сегодня мы выясним у жителей и гостей нашего города, какими мессенджерами они предпочитают пользоваться. Вообще Telegram. А почему именно им? Ну, как бы, что Viber, что WhatsApp, это немножко не наши мессенджеры, поэтому мы используем в основном тот, про который я сказал. Telegram. Telegram. А почему именно им? Ну, потому что самый безопасный на текущий момент. Я Telegram обожаю. А почему именно он? А, новостей много, возможностей много. В общем, Telegram, мы все Viber не люблю, потому что однажды даже заблокировали. А вот Telegram почему-то очень сильно, часто использую во всем. Telegram. Telegram, Slack. Там еще есть парочка. Не WhatsApp, не Viber. А почему именно они? Я тоже не знаю, как мы это... Приватности чуть-чуть больше, чем в других. Ну и плюс удобство. Ну и все там общаются. Ну, Telegram тоже новости. Подписаны на Севастопольский. Тоже интересно смотрим. Да, очень интересно. Ну и стараемся в мере своей возможности следить за новостями. За новостями, да. Не в ногу, по крайней мере, с модой идти. Инстаграм, Телеграм. А почему именно они? Ну, они удобнее. Телеграм. А почему именно он? Ну, мне он изначально понравился. Я, как только Телеграм появился, я перешел на него, начал друзей звать, и все такие, фу, какой Телеграм. Нет, WhatsApp, привыкли все в WhatsApp. Сейчас все в Телеграме, то есть я почему-то чувствовал, что будет прогресс в этом приложении, и он обойдет все остальные. В общем, Telegram более такой разносторонний, широкий, открытый, глубокий мессенджер.